Здравствуйте, представляю, что мой лот номер 7, Jogging Bottom, 7 Tatum. Штаны разные, спортивные, мужские и женские, весна, осень, second hand. Штаны с принтом, на резинке с завязками, с карманами, размер не указан. Штаны в черном цвете, на резинке, с карманами, размер не указан. Штаны прямые, зауженные к низу, на резинке. Легкий джинс, размер не указан. Прямые штаны в черном цвете, спортивные, на резинке с завязками, с карманами, размер L32. Прямые штаны в черном цвете, на резинке с завязками, в размере M. Снизу они зауженные. Штаны в бежевом цвете, на резинке с карманами, размер не указан. С принтом, на резинке с завязками, с карманами, в размере M. Зауженные к низу, в бежевом цвете, карманы обманки сверху на молнии, в размере европейский. 44. Спортивные штаны светло-серого цвета, на резинке с карманами, в размере S. Темно-серые с завязками, в размере XS. Зауженные к низу в черном цвете, на резинке, в размере 38. Леггинсы темно-серого цвета, снизу есть пуговица. А размер не указан. Прямые светло-серого цвета, на резинке с карманами, с завязками. Европейский 36. Спортивные штаны в черном цвете, на резинке с завязками, с карманами. Европейский XL 48-50. Штаны в клеточку, на резинке с карманами. В размере европейский 36. Широкие штаны в черном цвете, на резинке, спортивные, в размере M 40-42. Зауженные к низу, легкий джинс, на резинке, в размере 44-46, европейский. Зауженные к низу, в черном цвете, на резинке, в размере европейский 44. Темно-зеленого цвета, на резинке, размер L, в черном цвете, на резинке, в размере M 38. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.